будете вырабатывать систему, мы это сейчас обсудим. Всякое тестирование должно быть в тех лабораториях, которые определит Минздрав. Особенно в Минске, Наталья Ивановна. Только те лаборатории, которые вы определите. А то у нас уже некоторые умники закупили какое-то оборудование и начинают шкуру драть с людей. Психоз создают в обществе, они бегут в эти лаборатории и за 300 рублей, до 300 рублей доходит один тест. Если кто-то из частных лабораторий хочет помочь государству, на государственных условиях. У вас вот эта неделя до понедельника, чтобы все это отстроить.